Всем привет! Покуда я снимал процесс очистки воска, полез сюда, в дырку эту колодку достать, чтобы поставить нашу камеру, чтобы было видно, как буду воск переливать сейчас самотеком, шлангом. И задел ножку у стола, и приключилась у нас, короче, полнейшая, можно сказать, жопа, бля, наша камера. Нырнула сюда, прямо в воск. Я по-быстрому дуршлаком достал. И, ну, уже эти флешку с аккумуляторами вытащил, покуда еще теплое было. Бо если бы застыл он полностью так, как сейчас, то уже не вытащил бы. Короче, достал флешку, аккумуляторы. Ну, это уже списанная наша техника. И так и уже с 14-го, наверное, года, год выпуска там, будет видео. Дата не настроена, то, наверное, на видео отображаться будет. Короче, пришел ему каюк, уже от воска его навряд ли очистишь, особенно где объектив регулируется, вот механизм этот. Надо будет покупать новую камеру. Это я снимаю на китайскую экшен, с которой там про грибы я снимал, говорит, качество жуткое. Ну, покуда это осталось для съемки, это экшн-камера китайская. И все. Но я то снимать не буду вообще, что попало. А тут у нас баланс белого было, все, короче, более-менее снимало этим фотиком в режиме видео. Остался, короче, без камеры. Насобираю денег, может, весной куплю что-то хорошее уже. Если получится. А не получится, так буду снимать на то, что есть. Воск из-за этого инцидента у нас уже немного подостыл, стал такого цвета. Хотя бы эту еще не упустить. Последнюю. Не знаю. Ну, покуда в жидком состоянии, будем сливать. Долго болтать не будем. То, что когда уже подостынет, я прикручиваю эту подставку на низ. Ставлю я на низ камеру, чтобы было видно, как я в ведро лью. Только что неудобно тут. Ладно, поставлю на столе. Видно, не видно. Вот и так уже видно. Начинаем сливать. Вот шланг. Шланг диаметром сантиметр внутри. Длина его где-то 1,70 м, 1,60 м. Будем этим шлангом воск переливать. Раз. Кто топливом занимается, тот будет знать, как это дело делается. Один конец в миску опускаем. Не до самого дна, не наверху, чтобы мусор снизу тяжелый не засасывало и легкий сверху. Толстый воск будем забирать. Сначала наливать будем, думаю, в ведро. Оно в стороне стоит, а потом сюда. Или наоборот, сюда, а потом в ведро. Короче, наверное, большое все-таки залью. А малые уже побачим. Буду, не буду. Короче, начинаем заливку воска. Вторую. Видно, пошел. Сразу он слабо течет, того что шланг холодный. А сейчас струйка идет, он прогреется. И попре конкретно. Короче, подостыл малость. Вот, плохо. Пошел процесс. Одна рука занята у меня, и вторая занята, короче. Было бы кому снимать, так показал бы все, что делается. Сейчас
шланг сверху уже от миски, от основной массы воска, прозрачный стал снутри, внутри с воском. Посередине такие еще молочного цвета, оно даже видно на камеру. Когда уже протечет и прогреется конкретно шланг, то думаю, он это весь станет таки синий. О, пошло, видно, все. Снизу пробило пробку, еще по центру осталось воск, застывший на шланге. И сразу напор увеличился в два раза, видно. О. И напор сразу увеличился, и шланг мягкий стал. Видно, вот такие мягкие. Ну, короче, воск то горячий. Заливаю. Две руки занятые, так что больше ничего не покажу, как он только стекает. Уже с миски сантиметр отошел. Стараюсь шланг толще держать, чтоб не пошло это. Видно. Горячий. Видно вот. Наш воск. Так вода течет. Солью я его в ведро. Большую эту. Потом выйму шланг. И если останется что-то еще, так сольем в ведра. Просто по-новому надо будет запускать шланг воск, то неохота. Он уже горячий просто. И опять же наша камера стоит тут у меня на пути шланга, чтобы не задеть. Ладно. Кому интересно, ставьте лайки, комментарии пишите. Не знаю, есть такие способы, у кого, кто воск сливает или нет, шлангом. Конечно, можно емкость нержавейки сделать. И посередине специально, чтобы стекало со слоя, где чисто, и все. Не надо особо ничем заморачиваться. Ну, так как у меня нема такой возможности, я сливаю это шлангом. Будем надеяться, что ведро не испортим. Жалко будет. Еще новое. Да, брал на рыбалку квадратные ведра такие. Их приманки ложу, воблеры там. Что побольше, да к рыбу. На улице ветер сильный сегодня, летает там все. Это у нас в Беларуси. 20 ноября на улице плюс 9, 10. Ночью было 10. Видно, воздушные массы меняются, то ветер сильный. Горячая больше холодную вытесняет, так ветер таки дует, что ой-ой. Уже половину воска слил. Малость воздуха черпанул. Видно, вот прошел только что. Ну, поток не прекратился. Верхнюю часть шланга держу сантиметр-полтора толще так. Чтоб низ не зачерпнуло, да мусор не попал. Ну, уже руку припекло малость сверху. Тут я так налегке держу. Видно вот. Ну, я не покажу. Руки заняты, так что слушайте, что говорю, и смотрите поток воска. Этот холодильник включился.
Так-то нам ведра перелить. Если резко на ведро, так опять же воском обмажется все. О, наверное, перегну шланга. Перегну шланга, немного в ведро солью сейчас. Так вот. На кадре не видно, а пальцами его сожму. Оп, сжал, поток прекратился. Так стекает с оставшейся части шланга сейчас. Вот стекает все. Ну давай. О. Оп. Сейчас ведро льем воск. Разжал пальцы и пошел дальше. Бляха-муха. Спортил, короче. Мусора зачерпнул кучу целую. Ай. Спортил я, короче, наш воск. Этот в ведре будем в следующее заливать. Не усмотрел сверху и опустил немного конец и все. Мусора залил. Кучу целую. Ну давай уже. Прекращайте все. Видно, что в шланге мусор. Ай. Хер с ним так. Глушим ведро. Буду следующее лить. Обмазал все там в ведре, да. Не усмотрел. Заливаем следующее ведро. Это я не буду уже заливать, куда мусора много попало. Со дна. Уже в миске воска мало, я опустил и вышло, что... Не это. Нечистый воск у нас вышел. Сейчас в миске... Сверху чистая, без мусора, то я стараюсь самого-самого верха забирать. То, что мало осталось, так уже риск есть опять мусор зачерпнуть наузначай. Вон, конец мягкий там держу, так вниз так хлоп и все. Зачерпнул сразу мусора кучу целую. Ай, пальцы припекло. Будем терпеть. Уже быстрее, а то спина заболела, буква изю стоять полчаса. В миске почти не осталось чистого воска, так. Все, закончили. Сгоняем остачу. Да, продул шланга, чтоб воска не оставалось сильно у него много. Вот наш шланг, воск видно, это в миске был постока сразу, потом кончик самый, а этого конец. Сейчас я покажу. Вот это что в миске осталось. Уже он застывать начал. Это хорошо, не сильно горячий заливал. Так лучше держать было. И то руку немного пропалило.
И тут осталось воска вот литра полтора, может, литр реки. На дне видно чуть-чуть вода вон там. Вода чуть-чуть, может, литра даже. Троху выкипела. И слой воска где-то такие вот, сантиметр-полтора. Где-то полтора сантиметра. Уже не буду его трогать. Я, короче, этот воск добавлю сейчас сюда. Вот этот блин побью весь чисто. Да опять перетоплю. Ну, уже сегодня, наверное, сливать не буду. Сейчас все это дело хай остывает тут стоит, а я поеду в лес за торфом лесным. Будем голубику садить. Завтра, скорее всего, уже. Ну, завтра воскресенье, наверное, послезавтра. Может, завтра еще воска потоплю немного. Думаю, я на этом будем заканчивать. Вот это вот у нас. Черпану, видно, не видно. Ну, наклонять не буду, уже наклонил. Да. Там снизу мусор, короче. В этом воске, что сейчас вот стоит, рукой я держу. Тут снизу мусор я зачерпну. Что зачерпнул мусор, тут уже близко было, а я припустил чуть ниже. Но означает то, что глядел сюда, где ведро. И этот, короче, шланг опустился, зачерпнул мусор и забила пробкой шланг такой мусорный. Быстро он не прошел, так что два раза я зажимал. Таким вот забило мне шланг конец, начало, вернее, с миски. Я поколотил там, вышло все это дело. И ох, ветры еще дуя яки. Ветер сильный сегодня у нас. Не сильно горячий воск, сразу и застывать начал. Куда-то на ровную плоскость его мне мешало поставить, потому что наклон тут у нас вышел. Ладно, не буду уже шевелить. Будет слиток этот малость некрасивый. Чуть-чуть перекос. Видно, вот сюда выше подняты кромка, а тут ниже. А шевелишь, так трескается пленочка. Ладно. Видно, вот трескается, вот ходит. Наверное, трогать не буду, хай так стоит. Этот вот застынет. Вытащу сюда, обратно закину. Формы смазанные, формы емкости подсолнечным маслом. Все. И эти. Чтоб выходил хорошо воск потом. Без проблем. Смазал маслом подсолнечным. И это ведро закрою крышкой, чтобы вверх быстро не остывал и не трескался. Будет там тепло, типа парникового эффекта. Будет тепло, а по бокам будет застывать. И сверху не потрескается, думаю, тогда. Хотя, кто его разбери. Постоянно здесь чуть-чуть пристанет на краю, может и треснуть. Ну, думаю, может особо не будет такого. Чуть-чуть капли попадали у нас. Мимо он на ведре капнуло. Ладно. Хай застываю все это дело. Сейчас я выключаю камеру. Тут уже застывать начал. Бью остальной, тот, что там у нас, и сюда кидать буду. Ну и тут лопас аж крываю, поналилось. Так когда камера падала, так выплеснула. Куски такие. На этом будем заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, комментарии пишите. Интересный способ или нет переливки воска, чтоб чистый был. Может, для кого-то полезным окажется. Особенно если большие объемы, сделать это дело где-нибудь в емкости выход сбоку, то можно сливать чистейший воск без всяких там отстаиваний и всего прочего. Ладно, буду заканчивать. Всем удачи. До свидания.